Глава Одинцовского округа Андрей Иванов поздравил военнослужащих и ветеранов ракетных войск стратегического назначения 60-й годовщины создания РВСН. Этот род войск – настоящая элита вооруженных сил России, подчеркнул глава. Одинцовский округ всегда был тесно с ним связан. Местные улицы носят имена известных главнокомандующих, а в центре Одинцова размещена пусковая установка комплекса «Тополь», которая стала одним из символов города. Стратегические ракетчики – особенно уважаемые ветераны, остаются важнейшей частью местного сообщества.